Всем привет, я рад вас видеть здесь в своем прямом эфире. Подключайтесь, присоединяйтесь, пишите свои вопросы. Постараюсь вам ответить на все, что вам интересно. Я нахожусь сейчас в Уфе, в одном из самых известных, популярных заведений. Поэтому кушаю, параллельно разговариваю с вами. Привет, привет. Вижу, что у вас очень много человек присоединяется. Кстати, напоминаю вам, что у меня в профиле загадка. Нужно найти 10 отличий. Те, кто справится с этим быстрее, напишут структурированный ответ. Первая фотография. Например, лампа есть, на второй фотографии лампы нет. Итак, нужно найти 10 отличий. Если вы справитесь, то вы получите от нас приз. Где ответы фото с картами? Ты пропустил, на самом деле, уже давно выложено в профиле ответ и карт, и ответ именно, что сбывалось, что сбылось, что не сбылось. Привет, привет. Привет из Байска. Замечательно, Байск. Я ни разу не был в вашем городе. Привет из Литвы. А, или Латвии. Из Латвии. Авокадо. Я хочу за тебя замуж. Где я в Уфе нахожусь сейчас? Пролетел буквально несколько дней. Нет, я не ушел с проекта. А завтра у меня личный прием, и я улетаю. Ты на острове? Нет, ребят, я в Уфе. На каком острове я могу быть? Вы что? Слушай, 3 августа Уфа, все верно. Да, все верно. 3 августа в Уфе будут личные встречи, личные приемы, консультации, амулеты, я не знаю, браслеты, что кому нужно. Потому что я привез с собой из Москвы огромный чемодан. Привез сейшельские травы, которые я собирал в горах. Привез специальные амулеты заряженные тоже на Сейшельских островах. Очень много всего. И натальные карты, плюс гитары, карты Таро, и маятники, и другие всякие штуки, и плоды священного дерева, которые я собирал у подножья одной из самых высоких горы на Сейшелах. Я живу в Уфе. Очень жаль, ребят. Кто вот в Уфе есть сейчас, кто смотрит этот прямой эфир, отпишитесь, потому что я вас жду. Вы прекрасно знаете, что просто на самом деле живой телефон моего администратора разрывается. Могу сказать, что количество мест ограничено. Я не буду брать 150 человек, чтобы помочь, да? Потому что я тоже трачу свое время, свои силы, свои нервы. Поэтому максимум человек постараюсь отложить на следующий раз. А сейчас я возьму ограниченное количество, потому что всего здесь на сутки. У меня буквально нет времени даже именно с вами посидеть и отдаться полностью. Конечно, в работе я стараюсь выложиться на максимум, но здесь вы должны понимать, что время настолько ограничено, что приходится ужимать сроки, приходится ужимать количество людей, которые хотят увидеться со мной лично. Почему я не на поляне, ребят? Я вылетел в Уфу по делам. Вам и параллельно общаюсь с вами в прямом эфире. Ирина 095, ты можешь прийти ко мне на личную встречу. Спасибо, приятно. Спасибо, кто желает мне приятного аппетита, да. Я читаю ваше сообщение. Что кушаешь? Вкусную картошку фри, брюссельскую капусту, запеченное куриное филе под авокадо и чесночным медовым соусом. Авокадо. Не подавись, спасибо, не подавись. Теперь не бить, а надо покушать. Все, ребят, да, на самом деле я пошел кушать, а поэтому давайте с вами увидимся позже. Целую плечи, до скорой встречи. Увидимся завтра на личных приемах 3 августа
в Уфе. Подробности по телефону моего администратора.